Вчера в Саратове прошла открытая встреча членов бизнес-клуба «Деловар». Более 100 предпринимателей со всей России собрались, чтобы рассказать о себе и своем бизнесе, провести время в компании единомышленников и, конечно же, расширить сеть деловых контактов. География клуба очень широкая. Более 15 городов России, Испании, Чехии и других стран. В Саратове клуб предпринимателей «Деловар» работает уже 2 года. Мы по роду своей деятельности, поскольку у нас рекламное агентство, мы постоянно общаемся с предпринимателями по поводу размещения рекламы на наших ресурсах. У нас уже несколько лет была такая мысль, что было бы здорово создать такое сообщество, где мы будем общаться с предпринимателями не только на тему там, их рекламы, их бизнеса, рекламу на радио и так далее, а именно вот такого неформального общения, куда любой предприниматель может прийти, поговорить о своем бизнесе, поделиться опытом, перенять чей-то опыт. И вот мы часто тоже делали свои мероприятия, как-то это все было не системно, а вот потом выяснилось, что, оказывается, Аркадий Лопухов уже 17 лет назад такой клуб создал, придумал, и он процветает на сегодняшний день во многих городах России. И когда нам предложили, мне непосредственно предложили его возглавить, конечно, мы были очень рады, потому что это то, о чем мы сами давно очень думали. Сегодня в клубе «Деловар» состоит более 600 предпринимателей, а в далеком 2003-м все начиналось с 5 человек, вспоминает его основатель Аркадий Лопухов. И сейчас каждый третий московский «Деловар» в клубе более 10 лет. Предприниматель, который вступает в клуб, у него должна быть единственная цель, он должен хотеть расширить, развить свою компанию. Я не знаю, как можно умудриться, чтобы не расширить вот вместе с нами. Это нужно прийти, никого не слушать, закрыть, ничего не читать. Но это надо умудриться. И вообще-то не ходить сюда. Но когда человек оказывается, он слышит такие вещи, у которого самого бы не возникло. Конечно, мы организовываем разные мероприятия. Личный совет директоров. У нас по группам это определенная форма работы. У нас переговорный клуб внутри клуба, у нас бизнес-туры по странам, это значит, мы берем страну и в течение 2 недель проезжаем несколько десятков компаний по разным городам, где встречаемся именно с владельцем компании. Это вот не то, что это наши условия, это наши такие договоренности. Мы проехали так Германию, Испанию, Израиль, это значит, вот отсюда до сюда, так, Китай. Камиль Шарипов, бизнесмен с многолетним опытом из Сургута, на вопрос «Кто такой деловар?» отвечает, что это прежде всего осознанный предприниматель, который постоянно ставит перед собой вопросы и ищет на них ответы. Зачем я нахожусь в клубе «Деловар»? Вот когда слово «зачем», это мы смотрим в будущее. То есть с какой целью, какой результат я намерен получить. И с этой точки зрения, вот там одна глобальная цель – это только развитие бизнеса. А уже все остальное, оно идет сопутствующее. То есть это и новое окружение, новые контакты, новые люди, новые возможности. Это очень предприниматели, такие люди, они очень из всего информационного поля выбирают суть, то, что работает. И вот с этой точки зрения, когда ты общаешься с другими предпринимателями, они уже отфильтровали очень много-много разной информации. Да? Мы говорим информационный шум. И с этой точки зрения ты уже получаешь концентрат. Клуб предпринимателей «Деловар» – это там есть абонентская плата, это не бесплатная история. Соответственно, а предприниматели – это люди-прагматики. Если что-то не работает, он не платит. Он не вкладывает ни время, ни деньги, ничего. Если это работает, то люди вкладываются. И в клубе «Деловар» есть люди, которые по 10, по 15 лет уже участники клуба. Таким-то образом. Это, скажем так, без всяких слов подтверждает, что это работает, что это дает результаты. Представители «Деловара» из Саратова, Москвы, Пензы, Архангельска, Саранска и других городов, а также приглашенные гости в короткой презентации рассказали о себе и своем бизнесе. Нетворкинг и неформальное общение позволило многим на этой встрече наладить связь и выйти на определенный результат в своем деле. Благодаря системе 3 рукопожатий, имея, так скажем, нетворкинг в «Деловаре», мы уже получили 3 очень крупных контракта, которым очень рады и благодарны клубу. Вообще современному предпринимателю мало где есть с кем пообщаться. Тут по-хорошему, да, вот среднему статистическому предпринимателю не с кем поговорить. Не с кем посоветоваться, не с кем обсудить, как ты это решал, как ты это делал, как ты это достигал. И это очень круто. Люди ведь состоят из людей, и здесь как раз сильные, твердые, открытые люди, потому что в клуб все равно приходят люди, которые не только забирать, и не сколько забирать, а сколько поделиться. Это видно даже вот сейчас на встрече, что сразу же уже какие-то там связи возникают, общение,
рекомендации, помощь, и это очень круто. Предприниматели Деловара проводят ежегодно более 300 деловых мероприятий, в которых принимают участие около 20 тысяч владельцев бизнеса. А подобные выездные встречи проходят каждый месяц в разных городах России, где есть клуб. И по традиции на этот раз в Саратове деловары в рамках бизнес-экскурсии успели познакомиться с наиболее успешными предпринимателями региона.